Уважаемые телезрители телеканала ТВ представляет прогноз погоды на 25 августа. Я Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Большой привет Даяне и Айдару. По республике. На большей части территории республики сохранится неустойчивая, ветреная, холодная, по крайнему югу умеренно теплая погода. Местами небольшие умеренные дожди в горах юго-запада с мокрым снегом. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах порывы до 19 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 6-11, местами до плюс 12, днем плюс 9-15. По центральным районам ночью плюс 8-13, днем плюс 14-19. По южным районам ночью плюс 6-11, днем плюс 14-19, местами до плюс 22. В столице Бурятии небольшой дождь, ветер северо-западный ночью 5-10, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура ночью 9-11, днем 16-18 тепла. Атмосферное давление ночью будет падать до 714, днем слабо расти до 716 миллиметров ртутного столба. В 1935 году родился Тензин Гьетсо XIV Далай Лама, первосвященник Ламаистской церкви Тибета с 1959 года. Это был прогноз погоды на ТВ, с вами был Олег Шагнанов. Ну что сказать, дай Бог ему здоровья, хотя он сам живое воплощение Бога на земле.